период с 2010 по 2012 год на трассе было зарегистрировано 12 ДТП с летальными исходами. Поэтому дачники уверены, при строительстве новой дороги в первую очередь необходимо обращать внимание на безопасность. В частности, им предложено построить двухуровневые развязки, пешеходные переходы, возможно, даже надземные, а также предусмотреть места для стоянок автомобилей. Но главное опасение дачников заключается в том, что они могут лишиться своих участков. Прецеденты уже были. Когда дорогу расширяли четырехполосной, 84 дачи было убрано оттуда. Когда построили дорогу Гагарина, горнолыжные, 64 дачи убраны оттуда. Были у дачников и другие пожелания, например, отремонтировать дороги внутри общества. Все замечания были зафиксированы, и теперь их проработкой начнет заниматься экспертный совет, мониторящий строительство дороги. Эту работу необходимо начать уже сейчас, ведь до начала строительства пока время еще есть. По нашему карагандинскому участку работы только начинаются. А вот в районе Темиртау еще даже не определены все подрядчики. Поэтому у нас есть время вовремя все так капитально проработать. То есть сейчас изменить проект очень просто. Через полгода это будет сложно, через год невозможно. Члены экспертного совета и руководители общественных организаций уверяют, эта встреча с населением не станет последней. Подобные мероприятия будут проводиться и во время строительства трассы. Алексей Никаноров, Владимир Пороховой, новости Темиртау.